Вот сидим мы в своей красивой, яркой студии, за дверью четыре охранника, которые оберегают нас от поклонников, а в городе безобразия творятся. Кто отправится их решать? Ну, не мы же сильные и большие, здоровые мужчины. Оксана Стяжкина, хрупкая леди с микрофоном, рубрика «Наболела», «Дождь в подъезде». А я пока пыль протру. Вот так вот вы пол моете, каждый дождь. Нет, вот такое у нас ведь. И дождь-то небольшой. А смотри, сколько затопило. Я боюсь, что побежит к людям-то вода. Вот поэтому и разгоняю, чтобы ее не было. Цемент-то быстро впитываю. Вот так каждый дождь Александру приходится выходить на лестничную клетку и бесконечно мыть пол. А все из-за того, что в их подъезде постоянно протекает ливневая канализация. Вода льется по стенам, по лестницам и даже по проводам. Принесли письма, квитанции. Все сырехоньки. Да, даже год ничего не видите, что получалось. Так и на проводку, все это уже замыкание может быть запросто. И как говорят жильцы, живут они с этой мокрой проблемой давным-давно. С первых же, значит, дождей. Так и в том году была такая же история. И куда только не обращались активные жильцы подъезда. Мы писали... Управляющая компания «Жилремкомплекс». Значит, обращались письменно с жалобой, значит, в государственную жилищную инспекцию. Вот сегодня мы звонили, нам сказали, да, мы хорошо работаем, все. Как оказалось, в этом доме помимо управляющей компании существует еще и товарищество собственников недвижимости. Председатель Василий пришел разъяснить суть проблемы. Значит, причина, которая течет, пока не ясна. Что дальше делать будем? Сейчас думать будем. Проблема эта решается, устраняется. Сейчас конкретно работают люди. Что шуметь-то о чем? Мы нашли слесаря, который пришел устранять аварию, и он нам рассказал о ходе предстоящих работ. Вот сейчас думаем резать муфту, убирать и смотреть, какой там шов, может быть, там хомут можно поставить, может, еще что-нибудь придумать. То есть сделаете что-нибудь, подделаете? Ну, конечно, сделаем. В порядке будет? Да, должно все в порядке быть, отвечаю я. Надеемся, что эта проблема сегодня же будет решена и не повторится при следующем дожде. Оксана Стяжкина, Сергей Самойленко, программа «Вятка Тудей».